у коммунистов. По крайней мере, мы видим, что на проходных местах, если угодно, не полностью системные лояльные фигуры тоже есть. Это означает, что Кремль готов допустить некое недовольство в будущем составе? Миш, для меня здесь интрига, потому что фигуру Грудинина в Кремле восприняли как оскорбление, и, насколько я ее знаю, Зюганов ее не согласовывал. Ее бы не согласовали, если бы он пошел показывать тройку. Но я, насколько я понимаю... Грудинина уже снимали и выкидывали отовсюду. Он нарушил правила игры на президентских выборах. И после того, как ему предложили промолчать, съесть ту бочку, значит, фекалий, про которые на него вылили, и уйти в тень, он этого не стал делать, да. Еще долго что-то говорить. А во время президентских выборов 2018 года, вопреки запрету, стал нападать на Путина. Причем прямо, да, то есть вот как-то прямо его... Да, в этом его, за это его стали гнобить, ну, мы знаем. Так вот, но вопрос, тем не менее... Вопрос. Для меня есть интрига. Учитывая, что, скажем так, я сейчас очень аккуратно скажу, учитывая, что на уровне уставных документов КПРФ, наверное, одна из самых слабых политических организаций, из тех, что допущены в Госдуму, там... Это в каком смысле, что значит? Это значит, что от придирок они будут переходить к снятиям.